Всем привет! Сегодня пытаемся разобраться с проблемой, которая является достаточно частой у двигателей 2.0 дизель Opel Insignia. Проявление проблемы следующее. В жаркую погоду, особенно часто, при перегазовке, особенно на второй передаче, с передачи на холостой ход двигатель глохнет. При наборе оборотов с 1700 до 2000 оборотов происходит 2-3 четких рывка. Возможно, кто-то уже решил проблему. Я пишу, что я уже сделал и какие заметил странности в поведении двигателя. Значит, на данный момент был уже заменен регулятор давления, который устанавливается на ТНВД. Вот он стоит. Но замена его, опять же, не дала никакого результата. Значит, проведем диагностику коррекции форсунок по цилиндрам. Посмотрим, на каких оборотах происходит коррекция форсунок. Значит, для этого выбираем диагностика, обкомом работаем. В нем Insignia из 2009 года. Insignia, двигатель. И выбираем наш двигатель A20DTJ. Далее выбираем блок измерений. И здесь необходимо найти вкладку, в которой можно будет посмотреть коррекцию форсунок. Вот она, топливная система. Выбираем. Хватает первого цилиндра, сейчас мы его добавим, чтобы все было на одной странице. Видно, что идет постоянная коррекция. Четвертый цилиндр дает сильный минус, остальные начинают производить коррекцию. Значит, кроме того, выведен MAF-сенсор расхода воздуха. Значит, также выведем обороты. Вся интересующая информация теперь в одном окне. Давайте следить за поворотами двигателя и коррекцией в цилиндрах. Так, стараюсь выдержать возле отметки в 1500 оборотов. Смотрим, что идет четвертый цилиндр с коррекцией. Четвертый, третий больше всего. Остальные компенсируют. Следующую отметку будем выбирать в 2000 оборотов. Так, следующая отметка 2000 оборотов. Коррекция по нулям. То есть как только переваливаем за 2000, сразу вся коррекция становится по нулям. То есть основная проблема, основные рывки 1700, 2000 оборотов.
Дальше все по нулям. Посмотрим на резкое нажатие. Датчик давления топлива и датчик расхода воздуха показывают значения. Кто знает, подскажите, правильно ли они показывают, какими они должны быть, а также нормально ли ведет себя коррекция. Проблема мной не решена на данный момент, поэтому у кого есть какие мнения, а возможно кто-то уже решил ее, пожалуйста, подскажите. Всем спасибо. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.